Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла поздравили с Днем Ангела. В честь преподобного Павла, Обнорского и Комельского чудотворца, владыка Павел был пострижен в монашество в октябре 1996 года. Поздравить архипастыря с Днем Небесного Покровителя прибыли духовенство и прихожане со всей митрополии, главы территорий. Отмечу, за 8 лет, что владыка Павел управляет митрополией, вырос уровень духовного образования, развивается храмостроительство, идет обустройство церковной жизни в отдаленных поселках Югры. Самое главное, нашли возможность зайти для самых отдаленных населенных пунктов, где восстанавливаются, строятся храмы. И я хотел бы, чтобы его небесный покровитель был его наставником, учителем, защитником. И пусть преображение, которое он проповедует, меняет нас каждого в лучшую сторону. Хотел бы сегодня всех поблагодарить. В такие дни хочется благодарить в первую очередь Господа Бога за Его благодеяние, за Его возможности, которые Он дает мне, грешному, совершать свое служение на этой земле и стараться вести паству ко спасению людей.